Ну что будем делать? Настя не может достать шарик. Котенок не может. Где там он вообще? Ротик, не надо. Вот, нашелся шарик. Нашелся такой чудесный шарик. На, котик, шарик. Убежал. Котик, утащил шарик. Нет, там не пролезешь, значит, вот здесь иди. Что делать? Ну, где? Где шарик? Где? Ну что, котик, шарик видишь? Поможешь Насте достать шарик, котик? Или Настя котику поможет достать шарик? Кто кому поможет? Или папе опять придется лезть за мячиком? У-у-у, сколько там хлама. Надо все отсюда убрать. Я чувствую, что все добром не кончится. Так-так. Что вас интересует тут, юное создание? Это все вам тут не надо. Где шарик-то? Дети. Вон он. Как его достать? Ну, давай, Настя, беги, смотри, что там котенок с мячиком делает. М? Надо проверить. Так, а вот туда не надо. Ни котятам, ни ребятам. Вот он.
Ну что, котик, мячиком поделись с ребенком. Все, мячику пришла хана. Котик его съест, наверное, да? Ой, глупыши, карандаши. Ну, давай, доставай. Котообразное. Котообразное создание. Доставай мячик. Ну все, дети, пока.